Вау, какие милые туфельки! Что думаешь, Тамика? Они красивые, Барби, но в первую очередь нам нужно платье. В моем шкафу полно нарядов. Это не из тех вечеринок, к которым ты привыкла, Барби. Это вечеринка принцесс. Ты хочешь сказать, что я не смогу отсюда выбрать какой-нибудь наряд? Конечно же нет, Барби. О, Тамика, я же не могу отменить эту вечеринку. О, в дверь звонят. Интересно, кто же это? Привет, девушки. Сегодня вечером вечеринка принцесс. Мы все должны участвовать на этой вечеринке. О, проблема в том, что у нас нет платьев. Дорогие, что можно придумать? Подождите, девочки, мы можем использовать для этого нашу волшебную палочку. Ты уверена, что ты можешь это сделать? Смотри, не преврати нас в лед. Это первый раз, когда я создаю платье. Закрой глаза, Тамика! Абракадабра! Тамика, она смогла! Барби, это платье для тебя. Большое спасибо, Эльза. Следующее платье должно быть мое. Ладно, фокус-мокус. Ага. А теперь моя очередь. Отлично, до этих пор у меня никогда не было зеленого платья. Девочки, мы все отлично выглядим, можем собираться на пати. Девочки, подождите, как вы могли забыть про меня? Угу, понятно, нам нужно еще одно платье. Вау, оно классное. Барби, тебе понравилось мое платье? Ну все, девочки, последние наброски. Это красивое ожерелье для тебя, Эльза. Это прекрасная розовая диадема для тебя, Тамика. И это прекрасная белая шляпа для тебя, Анна.